Дагестанский союз сельской молодежи провел собрание учредителей. Это новая общественная организация, объединяющая сельскую молодежь всей республики. Возглавил ее молодой кизилюртовец Магомед Расул Зайнулабитов. Основная задача союза – поддержка социальных, творческих, спортивных, образовательных и предпринимательских инициатив сельской молодежи. Организация в тесном контакте с органами местного самоуправления и министерствами будет работать над возрождением села, его духовного и культурного наследия. По словам председателя союза, идея создания подобного организации, которая бы объединила всю сельскую молодежь, была подчеркнута из выступлений главы Дагестана Рамазана Абдулатипова. Глава республики не раз поднимал тему возрождения села и ее роли в процветании нашего региона.